Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4-й квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы региона. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Профессия строитель. В городском театре поздравили обладателя одной из древнейших профессий – с Днем строителя. Не место красит человека, а человек – место, кто заботится о чистоте и благоустройстве анапских дворов. Каждый год, вот уже более полувека, во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается День строителя. Обладатели одной из самых благородных профессий собрали накануне праздника в городском театре. В Анапе профессия строитель является одной из важнейших и почетных. Благодаря идеям и рукам этих людей мы живем в красивом и благоустроенном городе. Об этом торжественном мероприятии наш следующий сюжет. От имени мэра города Сергея Сергеева собравшихся приветствовала и поздравила первый заместитель главы Светлана Яровая. Она напомнила, что первое образование мэра – строитель. Глубокое спасибо и благодарность от главы муниципального образования. От себя я расскажу самыми простыми словами. У нас, мне кажется, этот праздник должен быть всенародным. Все россияне чувствуют себя строителями. Они строят дома, ремонтируют, помогают родителям, воспитывают детей, строят им дома. И каждый в душе точно знает, что он строитель. Но именно вы – профессионалы. Именно с вас нужно брать пример. Светлана Яровая вручила почетные грамоты и благодарности муниципалитета лучшим представителям этой профессии, среди которых токари, электрогазосварщики, водители, бетонщики и прорабы, руководители строительных фирм. В числе надежных застройщиков, которых отличают качество и скорость работы, были названы завод железобетонных изделий, фирмы «Вектор», «Строитель», «Фея». Среди награжденных были и представительницы слабого пола. Строитель, казалось бы, не женская профессия, но Людмила Фролова доказала обратное. Она мама шестерых детей и лучший машинист башенного крана строительной фирмы «Фройда». У меня папа на стройке работал каменщиком, вот, поэтому мне это знакомо. Ну, нравится эта профессия. Вам не кажется, это сложно? Это страшно, наверное? Вы же на самую верхатуру забираетесь. Ну, дело привычки. Вот какие вам дома приходилось строить? 3 этажа, 20 этажей, вот какие? Ну вот самый большой – это «Фройда», 20 этажей. Вот это мы построили. Наталья Рыженкова – маляр этой же фирмы и тоже получила грамоту за образцовый труд. У меня все дома строители. Папа – строитель, сестра – строитель. И я – строитель. И есть работа, наверное, да? Да. Мне нравится. В Анапе профессия строителя является одной из важнейших и почетных. Благодаря идеям и рукам этих людей мы живем в красивом и благоустроенном городе. В этот торжественный день для них выступали артисты, вокальный ансамбль «Росы», ансамбль спортивного бального танца «Альянс», Центр развития ребенка. Песни, танцы, стихи и благодарности за созидательный труд звучали для строителей в городском театре. В администрации состоялось внеочередное заседание КЧС. Провел совещание глава курорта Сергей Сергеев. На повестке дня 2 серьезнейших вопроса. О работе энергетических компаний в напряженный летний период и пожароопасная обстановка на курорте. В летнее время в Анапе многократно возрастает нагрузка на объекты жизнеобеспечения. Сегодня остро стоит проблема аварийных отключений электроэнергии. Главная претензия к энергетикам – отсутствие эффективного взаимодействия с городскими службами. Информация об отключениях, о сроках проводимых восстановительных работ искажается. Выезжать на место аварии на сетях и приступать к ее ликвидации ремонтные бригады должны незамедлительно, потребовал глава Анапы. Руководитель должен обосновать, почему в течение 10-12 часов мы начинаем ремонт. Вот вчера такая ситуация была по Пионерскому проспекту. На что? Ветер, дождь, зима, мороз, гололед, погодные условия не позволяют. Или что?
не информируются должным образом население города-курорта. Энергетики держат людей в неведении о своей работе. Внимание к себе требует диспетчерская служба анапских городских и районных сетей, на сотрудников которых поступает немало жалоб. Я хотел бы услышать, какие дополнительные меры принимаются, Сергей Николаевич, по стабилизации ситуации. Начальник анапского филиала «Кубанэнерго» Сергей Шевчук сообщил, что на большую мощность заменены трансформаторы на подстанциях «Анапская» и «Пионерская». Ни одна из них сегодня не работает с перегрузкой. Трансформаторные подстанции, которые уже идут 6.10 на 0.4, имеются проблемные места, это по Витязево, значит, запланирована замена трансформатора буквально вот 2-3 дня, мы поменяем на улице Лермонтова. Сняла остроту вопроса с нехваткой энергомощностей установка подстанции в Пятихатках. Разработан проект по замене сетей в Джигинском сельском округе. Силами анапского филиала меняется старая линия на Уташе. Главный инженер филиала ОАО «НЭСК Электросети» Владимир Журавлев дополнил, что из-за сложности конкурсных процедур многие работы, запланированные предприятием на весну текущего года, были перенесены на осень. В том числе прокладка новых кабельных линий по улице Гребенской в станице Анапской. Всего в этом году энергетики НЭСК планируют протянуть 22 километра новых кабельных линий. Работаем каждый день. Техники достаточно, аварийного запаса достаточно. Мы выполняем достаточно серьезные ремонты. Где-то не хватает людей, привлекаем подрядчиков. По поручению главы будут проанализированы все инвестиционные программы, в рамках которых в течение последних 3 лет шла модернизация электросетей. Это позволит судить об эффективности проведенных энергетиками мероприятий и их результативности. Второй темой заседания стала повышенная пожароопасность и меры, предпринимаемые для предотвращения лесных и ландшафтных пожаров. Самое главное, наверное, это профилактические работы, потому что причина всему – человеческий фактор. Если сегодня есть необходимость закрыть проезд через заповедник, то есть сухо перекрыть дорогу, давайте это делать. Только за 2 дня пожарные Анапы совершили 33 выезда на возгорание, доложил заместитель главы Олег Костенко. Ежедневно проводится мониторинг всей территории муниципального образования, в котором задействованы созданные в каждом сельском округе добровольные пожарные дружины. Ситуация находится под контролем. Тем не менее, если жаркая и сухая погода продержится более 2 суток, будет рекомендовано ввести особый противопожарный режим. В итоговый протокол вошли все принятые комиссией решения и определены зоны ответственности всех служб и ведомств. И к другим темам. Наш город строится и благоустраивается. Появляются целые микрорайоны. Пройдешь по одному двору, и глаз радуется. Сколько там зеленых насаждений, лавочки уютные, и хочется присесть, отдохнуть. А есть дворы, поросшие бурьяном и даже карантинными растениями, такими как амброзия. Так от кого и от чего зависит красота двора, узнавала наш корреспондент Лариса Басова. Не место красит человека, а человек – место. Эта поговорка как нельзя лучше подходит к дому на улице Лермонтова, 121. Буквально пару лет назад здесь появились 2 энтузиастки, любительницы зеленых насаждений. И о них тут же заговорил весь двор. Не очень давно появилась у нас Валентина Павловна Ежова. Ежова Алексеева, как у нее фамилия, не знаю. И уже пенсионер, но такая труженица. С раннего утра она уже копошится. И рассаду сама выращивала, и все разрабатывали, завозили землю. Она из Копич Галя. Не знаю, как отчество ее. Вот они, у одной одна половинка двора, у другой другая. И вот они все выращивают, обрезают. У нас постоянно как бы круглый год. У нас не круглый год, а все теплое время цветут цветы. Женщины не просто обиходили газоны, а разбили своими силами настоящие мини-скверики. Валентина Ежова, коренная анапчанка, переехала в этот дом 2 года назад. Купила квартиру на 3-м этаже. Валентина Павловна успевает обработать свою дачу и в свободное время занимается озеленением двора. Цветы привозила с дачи. У меня очень много цветов на даче. Я все цветы сюда. И елочку сюда, и все сюда. А почему вот так вот вы решили именно? Потому что, вы знаете, ну некрасиво же. Ну, двор, и мои окна выходят во двор, и смотрю, бурьян, мусор. Это я все обработала. Ой, сколько трудов это стоило. Ну, ничего. Зато красиво. Квартира Светланы Ахметовой находится даже не на 1-м или 3-м, а на 7-м этаже в соседнем доме на улице Лермонтова, 119. Но несмотря на отдаленность от земли, Светлана Николаевна, насколько хватает сил, обрабатывает небольшой участок под окнами и высаживает цветы. Недавно посадила мимозу пудика, красивое цветущее дерево. Жалеет, что от жары все сохнет, а поливать нет возможности. Приглашает посмотреть цветущую клумбу весной. А пока что, называется, отводит душу. На своем этаже развела настоящие дендрарии.
аграрий. В каждой девятиэтажке на перекрестке улиц Астраханской и Лермонтова более 150 квартир. Если бы каждый жилец да по-хозяйски с любовью отнесся к родному двору, в котором гуляет сам и с детьми, паркует машины, то весь двор был бы образцово обихожен. Бывают такие соседи, которые выбрасывают мусор. Ну, это, конечно, единицы. В основном жители очень хорошие, очень. Даже иногда помогают, что-то надо вам помочь, что-то участвует. Да, вот. Никто никого не заставит засучить рукава, взять в руки лопату и лейку, выйти на субботник во двор, навести уют и озеленить газон под своими окнами. Только желание каждого из нас сможет превратить каждый дворик Анапы в цветущий оазис. На Кубани 4 августа стартовала акция «Стоп-игра». Она направлена на выявление мест организации и проведения нелегальных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Полицейским в их работе помогают представители общественных советов и краевых молодежных организаций, которые в ходе проведения как совместных с правоохранителями рейдовых мероприятий, так и самостоятельных обходов выявляют и проверяют места возможного проведения азартных игр. При обнаружении незаконно функционирующего игорного заведения на его двери наклеивают специальные стикеры, а местонахождение активиста сообщают в полицию. Помимо закрытых игровых клубов, популярны и уличные игровые аппараты. Они располагаются как в местах массового скопления людей, так и во дворах многоэтажек. Оказать содействие сотрудникам полиции в пресечении незаконной игорной деятельности сможет любой желающий. Все, кто обладает информацией о проведении нелегальных азартных игр, могут сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону 02 или по телефону горячей линии 352-81. Акция продлится до 10 августа. Внимание! Приобретайте «Алмаг» для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии по выгодной цене с 6 по 9 августа в гипераптеке на улице Парковой, 57, а также в медтехнике на улице Промышленной, дом 13 и улице Ленина, дом 181. Только в эти дни заводские цены и скидки от 5%. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу: улица Крымская, 114. В пятницу 8 августа в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4-й квартал 2014 года. Телефоны 48 300 и 48 333.